красивая невеста. Вот, она появляется. Давайте восторженными, улыбками и громкими аплодисментами встретим нашу невероятную невесту в сопровождении ее папы. Долгие годы он растил свою девочку, маленькую, хрупкую. И сегодня она выросла и приняла очень важное для нее предложение. Стать навсегда вместе и остаться рядом. Аршак Робертович, вам аплодисменты. Поэтому в любви и в горе вы всегда должны быть друг другу опорой и поддержкой. И также держать друг друга за руки и смотреть прямо в глаза с любовью, которую мы видим сегодня все. Этот момент наполнен магией любви, простым, но таким редким чувством, которое вы обрели сегодня. И в этот ответственный момент позвольте узнать, является ли ваше решение стать законными супругами свободным, искренним. Павел. Да! Ответил Павел. Зипер, прошу ответить вас. Озвучив свое согласие, вы даете право мне сегодня. С этого момента. Сегодня волнение охватывает абсолютно всех, потому что сегодня даже воздух заряжен любовью этих двух невероятно красивых людей. Правда ведь? Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, всех вас! Питбуль!
объявить перерыв, друзья. Перерыв музыкальную паузу. Вы реально? Так, стоп, музыка. Это шутка, которая, видимо, долго будет так вот просто идти. Специально, все для вас, ребят, в стиле кино. Хорошо, можно, да, отдохнуть, расслабиться. Бывает и такое. Ничего мы собрали. Человек занял лучшее место. Асадова, дядя Стихевский, пойду в стихи.